Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций, понедельник. Посмотрим, что у нас добавили. Нету такие инфы по поводу дня замковладельца. Возможно, они его немножко перенесут, оттянут, не знаю, посмотрим. В общем, поехали, почекаем, что у нас интересного есть. Homecoming, Supreme Gift, Страты, Бинго, Алхимик, Открытие сундуков, ничего такого интересного. Хрусталка. Хрусталки ни хрена толком нет. Ну, это все такое. Thunder Gift, нифига себе. Что, блядь? Вот меня они не перестают удивлять. Ice Lady, Дама Холода, выше, чем Мэри там. И тут у нас, по-моему, Барт был, но... Просто тупо не перестают удивлять. Какого фига? Это бездонатный герой, и он в топе. Ну, блядь, ну поставьте туда, не знаю, божество. Тут все равно шансы такие, что никто в эту хрень уже давным-давно не играет. Проще зайти на рынок. Нафига вот это вот ставить? Нафига это делать? Сделайте расходники, сделайте какие-то мега-плюхи, я не знаю. Сделайте какие-то интересные темы, которых нету. Чтобы это был какой-то раритет. Но вот это вот, ну... Это просто трэш полный. Не знаю, просто угораю иногда над этими акциями, кто их делает, но... Смотришь и просто понимаешь, что это жесть. Так, божество пока что один пак, вот это 50 баксов. Уже месяц прошел. Каких нафиг 50 баксов? Айджи, вы чё? За этого героя, бездонатного, у вас донатные герои, вот три топовых донатных героя... Ну, относительно топа, кавычка. Плюс лист 4 за двадцатку. Вы скажете, тут расходники. Да нафиг тебе расходники надо? Они и так тут нормально падают. Ну вот. И 4 героя внизу. Просто, ну, какой-то трэш реально. Смотрю на это все и просто смешно. Так, понятно, поехали дальше. Смотрим. Merriment Pack. 10к, 500. Ну, вот это, кстати, неплохой бонус. А лис. Половинка, смотрите. Половинка плюс лис. Вообще огонь. Да, в понедельник они... О, ничего себе. 20к, 50к кулаков. Три карты. Где новые карты на английском сервере? Вы про них, походу, забыли. Поехали на немку. Посмотрим, что на немке за ночь произошло. Да, вчерашняя битва гильдии меня порадовала. Тест тоже почитал комменты. Ребята там пишут по поводу того, что разные, возможно, скиллы. Ребята, я все проверил уже. Я уже нападал даже на одного и того же противника. Разница в питомцах очень маленькая. Где-то идет реально привязка к силе. Непонятно, каким образом она реализируется. Посмотрите до конца теста, я напал вообще на левого чувака с топа. И у меня совсем разные дома. Так, это запад, это, по-моему, было. Вот как обычно, тут все. Ну, кстати, а ночью за накопление... Ну, такое относительно. Кстати, на этом сервере пыльца очень редкая, но зато ее дают без донатом очень часто. Так, ну тут, конечно, если сравнивать хрустальный на английском сервере и здесь, это небо и земля. Не знаю, какая тут стоимость. Ну, тут не маленькая стоимость, но... Тоже как-то печально в этом плане. Так, что у нас? О, у нас опять найм. Опять найм Зефира. А сюда еще подопихивали дофига всего. Салах. Но зато есть возможность и лисицу словить 15 осколков. И божество.
Правда, здесь по 10 ролится. Так, идем в нашу любимую акцию. 15-й день сегодня. Blue Crystal Box, понятно. 1 плюс 1, да, ничего сегодня нету. Что-то немка не радует. 100 коробок дали для бездоната, это реально неплохо. Скажу так. Это хорошо. Двадцать пять халявных самок, конечно, заберу. Эх, поехали на Тайвань. Да, что-то понедельник печальный вообще. Прям печаль, печаль. Тут вообще печально. Странно очень. Значит, что-то скоро будет. Наверное, вечером добавят дофига всего. Двенадцать мешков зефира. Странно, вообще какой-то понедельник печальный. 10.02, а какая-то походу печаль вообще. Так, ладненько, окей, поехали, посмотрим. Может, на русском сервере что-то интересное есть, я уже даже не знаю. Так, надо себя перенести в другую сторону. Супер набор, 7-дневные карты квестов, алхимик, бонус, заработай на героях. Фонтан. Что-то везде полная печаль. Да, на русском тоже смотрю, что вообще нехти. Короче, понедельник день тяжелый. Понятно все. Блин, а что нельзя этот ежедневный вход сделать, чтобы он сразу всплывал и можно было забирать? Что за фигня вот реально? Это бредняк. Сделайте по-нормальному. Так, надо не забывать качать хранилище, чтобы меньше баблишка потом. Выкидывать. Блин, не знаю, что-то печаль какая-то в понедельник вообще полная. Ничего интересного даже нету. Ладненько, поехали. Делаем U20. Будем проходить локации. Блин, мы на сардальке. Я перейду на основной аккаунт.
На сардальке я начал копить самоцветы. Такс. На видосик зашли, комменты посмотрели. Студеный кристаллический и циклоп. Вот так вот. Что, никто циклопа не угадал? Два синих слизи, ниндзя убийца. Два синих слизня панда. Фиолетовых. А ну нафиг вообще. Вообще никто, что ли? Короче, кто? То, что. То, о чем. Походу, да, сегодня нифига нету. Тритон, синяя слизнь. Два студеных гарпия. Да, никто не ожидал сегодня циклопа. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в еженедельке в угадайке. Всем удачи, всем пока.